Ну чё, блядь, продолжаем, сука, идти тут по вонючим туннельчикам. Чаптер 4, Форт Лорн. Джессика. Где он? Просто остановись, пожалуйста. Ты не понимаешь, что творишь. Тебе тоже самому сказать. Я спасаю жизнь, вот что я творю. Адам. Адам, Асим, это как ты их спас? Я слишком долго это позволял. Что там, блин, позволял? Ты позволял, блядь. О, что тут яблочки? Что это такое, блядь? Хули не в крови там все? Что это такое? Картошка, блядь. А это такая картошка? Ну ладно. Вообще похуй. Пчелки, медик. Amazing. Охренеть, даже even здесь, на Марсе. Ладно, жесть, посмотрел на пчелы, пора. Ну как бы, да, ты друга ищешь, ёпта. Так, ладно, пошло все нахер. Мне так это уже игра бесит, не знаю что. Точнее, я знаю что. Ну, локация такая же самая, ёб твою мать. Просто ходишь такой, ебать. Блядь. Okay. Все будет хорошо, успокойся, отдохни. Как тебя учили, like мысли трезво. За, куда, что там сверху? Воу-воу. Блять, она еще лагает, сука. АД. Хуй его знает, куда вот. Иди. Туда или сюда? А, ну говорит хаос, давай, говорит хаос. Мне вот чемоданчики интересны, то все пошло на нахуй. Что это за пробы какие-то? Компаунд. Какие-то там написаны вот растения такие-то, такие-то, блядь. Нахуй. Опа, опа. Эта штука мне нужна. А я ебу нахуй, ты чё? Уже тут не день написано. Син 63-26-03. Ладно, 23-0-6. Не? Блять. А хер вот это знает. Кто это такой? Что за черт? Может, ей даже лучше ничего не знать.
Синтез нового соединения, заебись, потребовал больше сенсорного. Боровые бригады продолжают снабжать нас образцами. А мы будем регулировать рост при помощи питательных веществ. Да, так как на Земле дела идут все хуже, мы так близки к поддержанию жизни на Марсе. Дело, над которым мы трудились, это важнее, чем все мы. Вон их видно, блядь. Ноль двадцать шесть тоже ничего мне не даст, да? Там четыре буквы, блядь, цифры. Блядь, 63-26, на, ну, 63-23. 63-26. Блядь. 26-0. Нет. 63-0-3. Понятно, ладно. Нахуй. Значит, ладно, нахер. Буду сейчас тут разгадки разгадывать. И чё, куда мне? Ебать, так ударил, и вообще похуй. Это Доник, блядь. Оно уже все размыто, подожди, нормально же было, я же видел все. А, понятно. Хуй его знает. Пошли назад туда. Все-таки я туда сходил, на этаж ниже, да? Надо эту хреньку вставить. Where could he be? Где же он может быть? В пакете, блядь. Вот
Ты серьезно? Проект Frontier? Его уже закрыли много лет назад. Все, вставай, нахуй. Так, и чё тут? Отчёты, увечёты. Нахуй. Out of the depths and into the jungle, it seems. Where even am I? Что? He can't be anywhere. Он точно должен быть где-то здесь. Так, окей, ищем братанчика. Аэрлок. Позакрыто. Дверь заперта. Окей. Что тут у нас? Ножик какой-то. Скайс гол. Что тут произошло? Блять, нож возьми. Ну что они не берут? Ёптой, какой-то долбоёб нахуй нападает на людей. А они даже оружие не берут. Блять. Это как бы вообще здравого смысла нет. Тумору. Элеватор. Я хуй знает. Все это вот. Для чего они здесь? Неудивительно, что она настолько старая, база еще в строю. А на ей я хуй знает. Уже, блядь, наворотили. А что-то за красное такое здание. А ну дай-ка посмотришь. А ну поздание что-нибудь. Все это. Какая же красота здесь. Даже здесь. Да. Красиво. Ебать, как вы тут людей отбираете, что все долбоебы прилетели. Людей попиздячили. На... Зачем эту лестницу было здесь сделать? Нельзя нахуй прыгнуть. Опять лифт. Да шо ж туда-сюда, чё нахуй сколько лифтов, нахуй я делаю. Все будет в порядке, все будет хорошо. Опа-опа. Какие-то ешечка, блядь. Алло, у тебя ножик был, оказывается. Блять, и он испарился, да? Блять, ебать, страшно. Нахрен все это, нахрен, спокойствие. Ебать, типа хоррор, нахуй. Ебать, это я должен был от этого обосраться. Тут даже видно, с конца начинается все, сейчас будет какая-то хрень, блять. Ну
не всегда, конечно, видно. Бля. Это даже не хрень какая-то. Jack, wake up, Jack. Are you okay? Do you have any idea? Ты хотя бы понимаешь, что я пошел? Чего я из-за этого, блядь, ублюдка сделал? Слушай, может об этом... Работу Холлин, ты видел работу Холлин? А что значит моя работа? Я уже доложил. Я всем рассказал. Знаешь, что они сделали? Меня отстранили. Меня! И кого-то еще пришли за мной. На мою же станции. И отобрали у меня все. Мы можем отсюда уйти, рассказать обо всем этом людям. И были мои коллеги, моими друзьями. А потом и семьей. Ты понимаешь, каково это чувствовать? Понимаешь, что никогда не вернешься домой? Но мы не можем, мы все не можем. Ой, как мило. Но у тебя дрожат руки. Да-да. Это первый признак. И потом... Или только хуже. Сорян. Как жаль, что долго это такое шло. Вы вроде люди неплохие. И ты уж точно не дебил. Это удар, нет? На нахуй, сучка. Блять, на нахуй, кадык тебе, блядь. I'm sorry. Мне так жаль. Ух ты. Идти можешь. Я думаю, ну, сможешь, конечно, потихонечку. Да. А если бы интересно нажал бы, спасло бы ее, ну если бы успел бы, то я что-то проебал. Тут тоже, блядь, такие как цены, блядь, тут их мало очень, блядь. Их смотришь, а тут тебя еще кнопки заставляют нажимать. Тут особо так и геймплея вообще нет, только Е, блядь, и вперед, блядь. Просто ходишь, непонятно, что ищешь, блядь. Подожди здесь, пожалуйста. Вот ты куда пошел? Вот даже сейчас мне хуй его знает, что мне делать. Я же говорила, Арисанин. Уже свою мать не смей! В смысле, Джесс? Ты чё, блядь? Ой, блядь. Что нахуй происходит, блядь? Так я клацаю, блядь. А, я понял, фу, я дурак. Еще скажите, мне сейчас догонит и даст пизды. А, ну да. Класс. Ха-ха-ха.
Возьми этот топор, да сами дай ему пизд. Окей, нахуй. Что за мужики пошли? Типа всем пизда, что ли? Крис. I sent you a package. Я отправил тебе посылку. Do not. Не открывай ее. Okay. Хорошо. Do not open it. Не открывать ее только. Take it to Tom. Предай ее Тому. Don't tell anyone. Кому ни слова. But he'll know what to do. Он знает, что с ним делать. There's There's something I gotta do. Я планирую кое-что сделать. Сделать, но... Did the girls... В общем, обними меня. Ой, обними... Обними за меня девочек. Give me a kiss.
Целую их. I love you, Chrissy. Люблю вас, Крисси.